В Дагестан прибыл глава Роснана Анатолий Чубайс. Он встретился с главой республики Владимиром Васильевым. Речь шла о гуманитарной помощи, которую оказали региону. Компания передала 20 тысяч тестов для выявления COVID-19. Это совместная помощь Дагестану от корпорации и проекта ОНФ «Регион заботы». Тест-система позволяет в условиях стандартных ПЦР-лабораторий за 2 часа сделать сразу 96 анализов. Большая часть тестов уже передана врачам республиканской клинической больницы. Всего в Дагестан корпорация планирует поставить 50 тысяч тест-систем отечественного производства, приобретенных как за счет сотрудников, так и на средства, выделенные компанией на благотворительную помощь. Привезли вчера 16 тысяч с собой, 4 тысячи. Хотим вместе с вашими специалистами обсудить, готовы нарастить объем до 50 тысяч. Максимально сжатые сроки. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер отметила, что в рамках акции «Мы вместе» республике передано в мед- и соцучреждения региона более 40 тысяч единиц средств индивидуальной защиты, а также пульсоксиметры и средства для дезинфекции. Владимир Васильев поблагодарил гостей из федерального центра за своевременную помощь. На Кавказе и Дагестане всегда очень ценят дружескую помощь, и сами дагестанцы. Чуть ли черта дагестанского многонационального народа всегда приходит на помощь, поддерживает.